преддверии Дня матери. О материнстве и значении мамы в жизни каждого из нас хоть на минуту задумываются все. О своих матерях рассказали и полицейские Сергиевского района. К примеру, Маргарита Самуткина выбрала нелегкую работу в МВД еще в 2009 году, и до сих пор ее поддерживает мама. Мама знала, я пошла учиться на психолога, закончила. Когда я пришла, были вакантные места только кинологом и кавалеристом, я устроилась кинологом. Мама переживала, как я такая маленькая, справлюсь с собакой. Ну, все было хорошо. Стараюсь мало ей рассказывать, потому что, скажем так, есть адреса в печальные, в которые мы заходим, где все плохо, и чтобы она не переживала лишний раз. Хочется пожелать, чтобы мамы обязательно общались со своими детьми, неважно, мальчик это или девочка, потому что это необходимо, взаимопонимание должно быть. И в жизни старшего сержанта Александра Шмидта надежным тылом стала его мама Светлана, работающая в пенсионном фонде. Я сам как бы хотел тоже на службу сразу идти. Вот. Она как бы меня поддержала, говорит, ну, все-таки престижно. Но она как бы интересуется жизнями, вот как на службе дела вот происходят. Вот, интересуется, ну и говорю все как есть. То есть поддержка есть и сегодня? Да, да. Поздравляю свою матушку и всех матерей с праздником таким. И желаю здоровья, счастья всем матерям, чтобы гордились своими сыновьями. Благодарна за тепло, заботу и любовь своей маме и служащая полиции с большим стажем Жанна Саунина, которая и сама в жизни выбрала путь мамы троих детей. О том, что у меня будет много детей, конечно, я мечтала с детства, потому что я в семье росла одна, одна у родителей, и мне всегда хотелось, чтобы у меня были братик или сестренка, чтобы можно было вечером долго разговаривать перед сном. И поэтому, когда уже выросла, конечно же, всегда хотела, чтобы было много детей. В семье присутствует такое воспитание, так как три сына, и профессия накладывает свой отпечаток, такое спартанское воспитание, что преобладает больше строгости. Главное, конечно же, приходя с работы, не забывать о том, что у тебя есть и свои дети, конечно же, которые всегда будут намного важнее всех остальных проблем. Трудно жить, навеки мать утратив. Нет счастливее нас, чья мать жива. Именем моих погибших братьев вдумайтесь, молю в мои слова. Как бы ни манил вас бег событий, как не влек бы своего дворота. Пуще глаза, мама, берегите, от обид, от хлопот, от забот. Боль за сыновей подобна мелу, выбелит ей косы до бела. Если даже сердце очерствело, дайте маме капельку тепла. Если сердцем стали вы суровы, будьте, дети, ласковы с ней. Берегите мать от злого слова, знайте, дети ранят всех больней. Если ваши матери устали, добрый отдых вы им дать должны. Берегите их от черных шалей. Берегите женщин от войны. Мать умрет и не изгладит шрамы. Мать умрет и боли не унять. Заклинаю, берегите маму, дети мира, берегите мать. Пусть все эти теплые, добрые слова из уст сотрудников полиции звучат с экранов для всех мам Сергиевского района. С праздником вас, мамы, крестные, бабушки, прабабушки. Екатерина Реснянская, Антон Иванов для информационной службы телекомпании «Радуга-3».